Всем здорово, ребята! С вами Райвин. И вот. Короче, всем привет. И тут вот притомили мы вот такую штукенцу. И сейчас будем осматривать ее со всей красоте. Сейчас стоять. Деревяшка. Сейчас посмотрим на него мордашку. Если выйдет посмотреть. О, я тут могу спрятаться. Нормально. Давай, через кашку. Покажи свою мордочку. Где она? Давай, 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 давай. Нет, не могу посмотреть. Ой, какая. Ух, вот такая вот мордас. Нифига себе мордас у него, конечно, такой. Очень огромный. Могу я тут как-нибудь вот так, между рожками? Ой. Вот такой вот титанчик у нас. Неплохой получается. Там у кабину видим, кстати. Вот как-то так. Тут у него дерево растет. Тихо. Ой, могу я как-нибудь вылезти отсюда? О, у него тут дерево растет. Какое-то листья просто на воздухе плавает. Где тут еще кабинку мы сможем так посмотреть? Сейчас посмотрим. Давай, 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 залезай. Так, кабинка. Кабинка, кабинка, кабинка. Кабинка, кабинка. Ну давай, через кашку. Вот тут вот выглядит так вот кабинка. Наша, где мы сидим. Ну, как бы все. Вот такая вот. Ручищи такие. Так, перейдем к способности. Начнем, наверное, с левой кнопкой мыши. И это будет... Махаем ручищами. Поскольку урона не вижу. Надо кому-то еще попасть этой громадиной. Видимо, это будет очень тяжело. Ты что такой медленный стал? Давай, пиздуй, вперед. О, может тут попадем по каким-нибудь тракам вести. О! По 2900, 4400, все как положено. Вот так вот. Да есть еще, если смотреть вниз. Вроде он топает ногой. Топай ногой. Ты что делаешь, блядь? Давай, ногой топай. Ёптить, моптить. Или он как хочет, так и, так и бьет. А, тут у нас К-режим включен. Я-то думаю, что он так тупит. Во. И смотрим вниз, он топает ногой. Вот так вот. Если там вперед, вроде он... Не, ну он меня все равно не слушает. Типа, если вперед, он должен руками махаться. Как-то так. Или так. Во. Есть. Поймали. Тогда что еще? Еще у нас есть правая кнопка мыши. Ну, это потом. Начнем. Цешка. Есть атака Цешка. Он так вот поднимает свои лапы вверх. И опа-на. И все, что попадает, типа, такие кружочки, вон, видите, сейчас Тега там всех завяжет, все, их привязали, которых мы не видим, может так видим, вон, чуть-чуть видно, их связали, все. Что еще? Еще самое вкусное, сейчас пройдемся подальше, где есть какая-нибудь живность, такая вкусненькая, сладенькая. Ну вон, давай, зажимаем правую кнопку, видим крестик. Прицеливаемся, там трайчик бегает, и отпускаем. И он выпускает свои лианы, и все захватывает. Хуяк, по 15 тысяч, 4 трупа. Вот это я понимаю. При помощи ходьбы тоже на кого он там вроде наступает, он наносит урончик. Так, притомление довольно-то простенький он, так скажем. Не сказал бы, что очень тяжело. Интересно, гигу поднимет? Давай, гигочка. Опа-на, не подняли гигу? Это как? Это не мы не подняли гигу? Давай еще. Дубль 2. Я не верю. О, есть нихуя, какие корни. Хуяк. Давай, бей ее. Ты куда, дебил, бьешь? Ну ладно, топаем на нее. А то она сейчас у нас грызти начнет.
Она в бешенство упала. 4400 ногой. По 200 он нам лупит гигушку. Ну, в общем, нормально-то кусает. Что? Давай, давай, давай. Добей же ее сколько можно, а? 15 косарей выписал, еще несколько раз топнул. Все. Ух ты, ее перекусы косое было. Так, что по статам? Тут у нас как бы альфа-титан. То вот. 700 тысяч этого. Здоровье, 6 выносливости, 50 тысяч веса. Ебать, ты грузовик. Тяжеловес, нахуй. Так, что еще? А, еще есть способность на пробел. Задерживаем. И включается такая вот защитная фигня. И он крутится только на месте, вроде не ходит. А не, а ходит. Ходит, может идти, может что-то разряжать. Турельки какие-то, не знаю. Но кабина спереди, это турели обычно по наезднику. Так что долго не проживешь. Все, отпускаем. Так, жмякаем Ctrl, ничего нету. O, ничего нету. Q, ничего нету. В общем, ничего нету. X тоже нету. Z это не в счет. Такая вот громадина. Притомление. А, учитывается урон, сколько ему нанесешь. Такой он будет. То есть альфа, гамма, бета. А, и притомление еще есть такая штука, что если он его выводит с его там типа арены, центра, когда он возвращается, ему это как бы восстанавливаются его зараженные места ХП, и таким образом его будете томить дольше. То есть это невыгодно, чтобы он выходил с центра, надо его байтить по кругу и так далее. Херена, я сижу просто никуда. Что еще могу я сказать? Живет он один день на серваке и может иметь только один трайп. Ну, либо один на карте, может быть. Неважно, он призванный, прирученный, просто один на карте и все. Как бы вот такой вам жирненький пиздюк, деревянное бревно и так далее. Больше как бы о нем особо и ничего сказать. Просто бревно. Ходячее бревно, медленное, пиздец. Поворачивается тупо. Точнее, вот куда ты смотришь, он туда и поворачивается. Все. Он, во, все, он повернулся. Посмотрю туда, он туда поворачивается. Вот такая вот херработина. С ним ходить, это та еще удовольствие. Ну ничего, давай, тащим его ближе к базе нашей. И, в общем, вот на этой ноте мы и закончим. А, так что давай, пиздечок, как поздоровался, так и попрощайся. Не так, и вот так вот. Покеда, ребята! В общем, всем пока и удачи в томлении.